Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу об аллергии. В последнее время отмечается интенсивный рост распространенности аллергических заболеваний. Они занимают третье место после сердечно-сосудистых и онкологических. Аллергию еще называют болезнью цивилизации. Дело в том, что в высокоразвитых странах процент людей, страдающих аллергией, больше, нежели в развивающихся странах. Загрязнение окружающей среды отходами промышленного производства, неблагоприятные социальные условия, рост потребления бесконтрольного различных лекарственных препаратов, интенсивное использование средств дезинфекции в быту, на производстве, применение инсектицидов, гербицидов в сельском хозяйстве, также изменение качества питания, использование генно измененных продуктов, все это приводит к высоким аллергенным нагрузкам. Что же такое аллергия? Это состояние патологически повышенной реакции организма на какие-либо вещества чужеродной природы, в основе которой лежат иммунологические механизмы. Аллергены делят на две группы. Это эндоаллергены, образующиеся в самом организме, и экзоаллергены, поступающие в организм извне. Эндоаллергенами являются измененные под воздействием различных факторов, вирусы, бактерии, другие агенты, компоненты клеток тканей организма человека. Тиреоглобулин щитовидной железы, например, хрусталик глаза, которые в норме изолированы от систем, продуцирующих антитела и сенсибилизированные лимфоциты. В условиях патологического процесса происходит нарушение физиологической изоляции, что способствует образованию эндоаллергенов, собственных аллергенов внутри организма и развитию аллергической реакции. Экзогенные аллергены делятся на неинфекционные и инфекционные. По способу поступления в организм человека могут быть ингаляционные, то есть дыхательными путями, энтеральные, попадающие внутрь через пищеварительный тракт, парентеральные при подкожном, внутримышечном, внутривенном введении аллергена. Инфекционные аллергены – это бактериальные могут быть, то есть патогенные и непатогенные бактерии и продукты их жизнедеятельности, грибковые, вирусные, паразитарные, сюда относятся гельминты, лямблии. На внедрение аллергена организм реагирует повышенной чувствительностью, сенсибилизацией. При повторном попадании аллергена в организм образуются специфические белки, антитела, с особыми биологическими свойствами, которые фиксируются на поверхности клеток шоковых органов. Все аллергены обладают широким спектром активности. Так вот, например, один и тот же аллерген способен провоцировать возникновение проявлений атопического дерматита и приступа бронхиальной астмы. Кроме того, в большинстве случаев у одного пациента имеет место сенсибилизация одновременно к нескольким аллергенам. Именно поэтому чаще встречаются пациенты, страдающие поливалентной формой аллергии, то есть повышенной чувствительностью одновременно к нескольким аллергенам. Какие же принципы аллергодиагностики? Ну, первое – это самое главное – хорошо собрать анамнез. То есть всегда я спрашиваю, какая профессиональная вредность присутствует, не меняли ли климатические условия, место жительства, может быть, заехали в новую квартиру, купили новую мебель, завели домашнее животное, вот, или переболели каким-то тяжелым инфекционным заболеванием. Это очень важно, то есть важно всегда знать причину. Аллергия не может вот так вот просто взять, вот, из воздуха появиться, мы сделали какой-то волшебный кольчик, и она прошла. Нет. Если мы не выясним причину, да, симптоматику мы можем снять каким-то курсом антигистаминных там препаратов, может, даже гормональных или какой-то очистительной программой, но это будет все временно. А когда выясним причину, вот тогда уже можно, конечно, работать с ней,
и помочь человеку. Клинические проявления аллергических заболеваний отличаются также многообразием. Высвобождаются медиаторы аллергии и приводят они к развитию местных и системных реакций. Возникновение сосудистых реакций может быть со стороны кожи, это там гиперемия, зуд, сыпь. Орган дыхательной системы проявляется затруднением дыхания. Могут быть проявления со стороны органов желудочно-кишечного тракта, рвота, абдоминальные боли, поносы. В общем-то, и боли со стороны сердца могут возникать, головная боль. То есть в данной ситуации страдают многие органы и системы. То есть аллергия является системным заболеванием. И в клинической практике чаще всего встречается сочетанная патология. Вот, например, в 80% случаев проявления бронхиальной астмы сочетаются с проявлениями аллергического ринита и в 40% с проявлениями дерматита, так называемый тяжелый атопический синдром. По диагностике что еще можно сказать? Кожные пробы применяют, внутрикожно-аппликационные, микробиологические тесты кожи и кишечного содержимого, тесты на пищевые и ингаляционные аллергены, тесты для оценки иммунного статуса, метаболические и нейрогормональные тесты, также тесты на определение количества витаминов и микроэлементов в организме. Кроме того, определяют методом иммуноферментного анализа специфические иммуноглобулины. В лабораториях, как правило, это называется аллергопанель. В общем-то, это все обследование стоит недешево, поэтому прежде всего, конечно, надо обратиться к врачу, который хорошо соберет анамнез, нацелиться на какие-то определенные анализы, потому что сдавать аллергопанель на все аллергены, это просто, можно сказать, вылететь в трубу можно. Это очень дорогостоящее, и потом не всегда это приведет к успешному лечению. Да, выявится какая-то аллергия на какой-то компонент. Есть еще такое понятие, как сенсибилизация организма, которая меняется. То есть ты вот в этом месяце определенном у вас, допустим, аллергия была на какой-то один пищевой продукт, а в следующем уже может появиться совершенно на другой. Это все не является константой. Принципы лечения какие? Я расскажу вкратце, потому что сегодняшняя наша тема как бы вводная по аллергии. В дальнейшем я, может, более углубленно что-нибудь порассказываю вам. Первое, это значит предотвращение контакта с аллергенами в быту. Второе, лечение сопутствующих заболеваний. Третье, предотвращение развития осложнений. Может быть, астма, нейродермит. То есть всегда надо не дожидаться развития каких-то уже хронизаций процесса. Подбор диеты обязателен при аллергии на пищевые продукты. Медикаментозная терапия современными антигистаминными препаратами, применение локальных терапевтических форм, это ингаляции, мази. Ну, есть еще системное такое лечение, называется анти-IgE-терапия. Относительно недавнее направление в медицине направлено не только на снижение степени выраженности аллергических реакций, но и на общее укрепление организма. В плане борьбы с аллергией на сегодняшний день разработано несколько препаратов, которые связывают иммуноглобулины Е. Это молекулы, провоцирующие развитие реакции. Это блокирует воспаление на начальном этапе. Продолжительность курса лечения 2-4 месяца. Процедуры проводятся один или два раза в год в зависимости от индивидуальной ситуации. Также можно применять иммунотерапию с аллергенами, иначе называется гипосенсибилизация или прививка от аллергии. Его суть – это вакцинация дозами выявленного антигена, провоцирующего болезнь. В течение курса дозы аллергена постепенно увеличиваются, что снижает, а по прохождению полного курса вовсе устраняет чувствительность пациента к аллергенам. При вакцинации
происходит гиперстимуляция выработки блокирующих антигенов иммуноглобулина G. Метод эффективен, но требует осторожности, так как передозировка вакциной может вызвать анафилактический шок. Гипосенсибилизация проводится по-разному. Продолжительность курса и его состав определяет лечащий врач. Также применяют иммунотерапию, собственно, обогащенной кровью, эферентные методики, куда относятся плазмафорез, каскадная фильтрация плазмы, иммуносорбция. Вот и все вкратце на сегодня. Такая вводная по аллергии. В дальнейшем остановлюсь более подробно. До новых встреч!